Всем привет, ребята! С вами я, Диана, и в этом видео мы с вами посмотрим трейды на новых питомцев. Но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. 1 миллион питомцев бесплатно, а именно столько питомцев разыгрывает сайт Star Pets на своем сайте и в своих социальных сетях. Конкурсы продлятся до 7 декабря, поэтому успейте принять участие. Также на сайте появилось колесо фортуны, в котором каждый из вас сможет получить питомца абсолютно бесплатно. Промокоды на вращение вы можете найти в социальных сетях сайта Star Pet. Все ссылки находятся в закрепленном комментарии. Покупай и продавай своих питомцев быстро и безопасно. И напоминаю вам про свои социальные сети. Во-первых, это телеграм-канал, в котором каждый день проходят конкурсы на разных флайрайт питомчиков. TikTok, Like и мой профиль в Роблоксе. Если ты хочешь на них подписаться, то переходи по ссылкам в описании и подписывайся. В этом видео я запускаю конкурс на флайрайт черепаху. Условия очень простые. Подписка, лайк, комментарий и написать вот такой вот хэштег. Результаты этого конкурса я подведу в следующем видео. Всем желаю удачи. Итак, ребята, как вы знаете, у нас уже вышло новогоднее обновление в Adopt Me, и в первую неделю обновления нам добавили 4 новых питомца. Это горностай, клубничный дракон, ледяной мотылек и получается лося, ребята. И сегодня мы с вами на всех этих питомцев посмотрим трейды. Я купила абсолютно всех питомцев, ребята, накормила их райд зельем, и давайте я вам покажу, как на них можно кататься, потому что многие, может, не видели, ребят. Вот такой вот классный горностайчик, он такой маленький, прикольный, ребят, мне он очень нравится, прям классный питомец, за 9000 конфет оценивается даже очень даже хорошо. Дальше идет вот такой вот ирландский лось, ребят, тоже очень классная анимация у него, очень прикольный питомец. Следующий питомец это ледяной дракончик, он тоже очень классный, стоит очень дорого, 130 тысяч конфет, ребят, копить их достаточно долго, мне кажется, часа 3-4 игры, даже, наверное, больше, но он тоже очень классный. Он, знаете, похож на мирхорса, который выпадает из мифического яйца. И гость нашей программы, это самый красивый питомец в этом обновлении, конечно, будут еще питомцы, но этот самый классный, стоит 1000 робуксов. Так, у меня, как всегда, какие-то баги произошли, почему я так на нем сижу. Ну, в общем, ребята, он достаточно нормально оценивается, стоит примерно 500 рублей, флайрайтовский, поэтому, ребята, очень классный питомец. Жалко, что у него анимация не как у Бэт-дракона, было бы очень классно. Ну и давайте мы с вами вместе пойдем на донат-сервер и посмотрим, что же нам могут предложить за этих новых питомцев. Будем трейдить вместе и по раздельности. Итак, мне кинули первый трейд, я ставлю всех новых питомцев, мне тут уже ставят неон флайрайт ленивца, неон райт лягушку, неон получается собачку, неон буфало, райт рыбку и золотого тигра, но ребят, так, мне пишут, что это за клубничного нашего дракончика, но ребят, мне кажется, это маловато даже за клубничного дракончика, он все-таки не так уж сильно обесценен в первый день, поэтому, ребята, мы будем отклонять и смотреть дальше. В новом трейде мне предлагают отдельно за клубничного дракона, но мне кажется, это тоже мало. Тут 5 легендарок без зелек, также пару олдовских питомцев, но, ребят, будем смотреть дальше. Снова новый трейд, ребят, кидаю достаточно часто, давайте посмотрим, что же тут нам хотят предложить. Так, мне пишут стой, но, ребят, сразу понятно, скорее всего, это моя подписчица меня нашла. 5 minutes later. Я дарю своей подписчице Райт Цербера, ребята, мы с ней где-то 5, даже 10 минут болтали, она у меня все спрашивала и так далее, ребят, я ей отдаю питомчика. Так что, ребят, обязательно встречайте меня на серверах, не обещаю, что всегда буду дарить Райт питомцев, возможно, буду дарить какие-то яйца и так далее, поэтому как-то так. Я уже зашла на другой сервер, потому что трейды мне кидают не часто, ребят. На этих серверах, знаете, по 10 таких драконов, и не факт, что вам кинут трейд. Так, ребят, мне тут предлагают неон флайрайт сервера, неон флайрайт панду, райт акулу. Также предлагают вот такие вот сани, ребят, прикольно, они достаточно хорошо ценятся. И вот такой вот дом тоже классно ценится, где-то, не знаю, на 2-3 флайрайт питомца, думаю. В следующем трейде мне предлагают разные легендарки. Это Флайрайт Октопус, Райт Феникс, Флай Снежная Совушка, Райт Диамонт Грифончик, также Райт Дракончик, Райт Осьминог, опять же, Флай Аксолот, вроде бы так называется, уже забываю, ребят. И также еще 2 легендарки, это Дракончик и Акула. Но, в принципе, этот трейд маленький, ребят, мы будем отклонять. Так, следующий трейд, давайте посмотрим, что же тут нам хотят предложить. Я оставлю всех своих питомцев новых, и мне предлагают неон флайрайт феникса, знаете, уже начало неплохо, и сразу же плохой конец, так скажем, флайрайт панда, флайрайт звезда, неон райт капибара, кстати, олдовский питомец, тимера, лев, ребят, и китсуна. Но трейдик не очень как-то хороший, мне не очень нравится, буду отклонять.
новый трейд, и я уже поставила всех своих новых питомцев, и мне предлагают Neon Flare Red корову, ребят, это очень классный трейд, я бы даже согласилась на него, но я буду смотреть, что еще могут предложить, но трейд очень классный, ребята, прям топовский, можно соглашаться, если вам такое предлагают за таких питомцев. Как-то не хотят мне кидать трейды, ребята, я уже очень долго снимаю это видео, давайте я оставлю всех питомцев. И хорошие трейды мне вообще не предлагают, я как-то разочарована в этих питомцах. Так, Мега Флорет Единорог, ребята, тоже классный трейд. Можно соглашаться, потому что эти питомцы через неделю уже будут обесценены. Этот клубничный дракон будет стоить копейки, а Мега Единорог у нас достаточно ценится хорошо. Можно соглашаться, ребят, если вам такое предлагают, соглашайтесь. Так, мне уже этот человек где-то два раза кидает трейд с Мега Артик Лисой, ребят, я не знаю, честно, как она ценится, напишите в комментариях, мне кажется, ну не знаю, вроде должна хорошо цениться, но мы будем смотреть дальше. Я кинула трейд Ворону без зелья, ребята, вдруг нам повезет и человек согласится, человек вроде бы русский, давайте я поставила галочку, и, ребят, очень классный трейд будет, если он согласится, тем более он без зелья Ворон, достаточно хорошо должен цениться. Давайте подождем, ребят, пока что нам ничего не пишут, не соглашаются. А, ребят, написали всю хорошую трейд, но не хотят. Я уже поменяла где-то 7 серверов, но трейды мне кидают очень редко, ребят, и кидают достаточно плохие. В начале видео мне еще кидали хорошие трейды, но под конец, видите, уже, знаете, обычные легендарки, но, в принципе... Хотя, ну нет, ребят, эти питомцы стоят, не знаю, по 10 рублей, скорее всего, этот питомец все-таки ценится побольше. Я не беру в счет всех питомцев, потому что они не сильно ценятся и как-то не очень продаются. Нам сразу же кинули новый трейд, давайте мы его посмотрим. Я ставлю своих новых питомчиков и буду надеяться, мне предложат Мега Шадоу за этих питомцев. Так, ребят, пока что нам... Так, нам ставят Райт Гуся... Neon Flare Райт Лунного Тигра, Райт Мирхорс. Кстати, вот этот вот Мирхорс похож на этого нового дракончика. Прикольно придумали разработчики. Нам ставят взамен нашего горностая Райт, Флай Райт Дракончика, Райт Додо, Райт Лава Волка. Слушайте, это не тот же самый человек. Вроде бы мне там таких же похожих питомцев предлагали. Но нет, ребят, будем отклонять. Уже второй раз за это видео меня встречают мои подписчики. Этой девочке я дарю фосил яйцо, мифическое яйцо, океан яйцо и лесное яйцо, как в подарок. Также миньон яйцо. Надеюсь, тебе понравился этот подарок. Думаю, классно выбить себе легендарки. Ну, в общем, ребята, вот такое вот видео получилось. В принципе, если поискать трейды, можно найти хорошие на этих питомцев. Но через неделю, я думаю, они уже обесценятся. Но мы будем с вами ждать новых питомцев, которые также появятся в следующий четверг, ребята. Появятся новые машины, которые мы можем купить за конфеты. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ведь там каждый день приходят конкурсы. И в начале этого видео конкурс на Флайрай Черепаху, обязательно участвуйте. Но если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, то подпишитесь, поставьте лайк на это видео и в комментариях напишите свое мнение об этих трейдах.